Сегодня житель Каспийска, участник боевых действий в Афганистане Сахрудин Рамазанов получил свидетельство о предоставлении субсидий на приобретение жилья. Документ ему вручили директор Управления социальной защиты населения Джафар Насиров совместно с председателем городского совета ветеранов Афганистана Магомедарипом Якубовым. В последние годы Министерство труда и социального развития уделяет очень большое внимание выделение субсидий на приобретение жилья, потому что уже долгое время практически этот вопрос оставался в тени. На оказание поддержки в обеспечении жильем Сахрудину Рамазанову из республиканского бюджета было выделено 1 937 052 рубля. На эти средства в течение 9 месяцев он сможет приобрести недвижимость как в Дагестане, так и за его пределами. От лица всех ветеранов афганцев города Каспийска хотел бы выразить признательность главе республики Сергею Алимовичу Меликову за то, что буквально в смысле можно сказать, он сдвинул с мертвой точки сами живототрепущие вопросы для ветеранов афганцев, это жилищный вопрос. Сам участник боевых действий отметил, что свидетельство стало для него долгожданным подарком. Теперь Сахрудин займется подготовкой к процессу приобретения жилья. 30 лет все-таки уже прошло после того, как мы вернулись оттуда. И все-таки страна у нас тоже, правда говоря, разделилась, но она вспомнит и поддерживает нас тоже.